Мы заехали в Костко. Сегодня нам надо что-то купить. У нас так быстро улетает еда, я не знаю, просто молниеносно. Может, я не то готовлю, но... Может, мы одно мясо едим просто? В общем-то, нам понравились котлетки с баффало. Очень хорошие. Там они не сильно... Мясо не жирное. И, скорее всего, сейчас куплю баффало, если оно еще есть. То есть, ну, баффало — это бизон. Правильно я говорю. Все, баффало — это на английском, бизон на русском. Так что сейчас мы... Нет парковки? Ну, откуда едет человек? Мы едем, она выезжает нам под колеса. Ну, женщины за рулем — это как обезьяна с гранатой, понимаешь? Нельзя. Нельзя им за рулем. Если они не умеют ездить, то им нельзя. Я вот умею ездить. Так, ладно. Вперед там, может, стоять. Вставай сюда. Здесь широкие места везде. Может, никак места не можешь найти. Притулиться не... Мы берем полотенце. Для папы. Сейчас они по 7 долларов. 3 доллара скидка на каждое. Очень классное. Мне понравились. Мы уже брали вот такого цвета. Качество просто отпад. Супер качество. Вот они сейчас на скидочке, минус 3 доллара. И после стирки хорошее качество остается. Реклама полотенец. Не, ну если серьезно, то классное полотенце. Помидоры 5,49. Короче, мы взяли еще ежевику. Она по 4,79. Вот эти 4 упаковочки. Потом малина 7,99, да? По-моему, 6,99, да. Малина 6,99. Упаковки по 340 грамм. Так, и здесь 340. Помидор сколько у нас по весу? 908 грамм. Почем кукуруза? Сколько? 8,99. 8,99 за капуста, упаковочку. Да, упаковку. А та капуста сколько? 4,49, да? Да. Или дороже? 4,49. А грибочки? Грибочки. 4,79. Кстати, на это цена отличная, да? Тяжелые такие. Не вижу вес, правда. По 2,79 за паунд, 18,99 за 4 этих бикета. Это с индюшки. Берем его? Его можно мешать с говяжьим. Он не очень жирный. Это как курица почти. Жирный? Не жирный, наоборот. Да, не жирный. Можно посмотреть жирность сколько. Только 7% жира в ней. Вот. Это хорошо, это? Да, это как раз то, что тебе нужно. Тут бизон 19,99, 7,99 за паунд тоже возьмем. Две упаковочки. Все, фарша у нас предостаточно, да? Хватит. 38 долларов крабы. Этот 73. Но здесь больше мяса. Вот в этих. Ну, больше, конечно. Здесь достанешь, оно там чуть-чуть его. Одни косточки будут. Думаешь, тут есть мясо? Ну, здесь, конечно, больше мяса. В реке толстые. Сколько здесь мяса, уже видно. Давай так. Так, давай, чтобы вот всем эти хватило. Вот эти. Сколько, да? Или, или вон те. Ой, это прям 107 долларов, смотри. Они красные, это значит, они уже жареные. Уже готовые, да. Готовые. Может, такие пожирнее возьмем? Ну, давай. Так, и муж хочет засолить рыбу. Ну давай возьмем. Вот это что где? 10,99 за паунд. Вот этот селмон на 2 доллара дороже, но здесь ну, уже масло с укропом вот такое. Запекаешь это, когда это запекать? Что? Молоко сюда можно. Молоко где-то 11 с чем-то, да? Смотрел? Да, 11,79. 11,79. Так, что еще нужно нам?
какая-то клетка для собаки, такой домик большой, $500 стоит. 16,99. Туалетную бумагу взяли. Ну и все, наверное, да? Что нам еще нужно? Это все, мило? Надо уже быстро выходить, чтобы эти вот не пропали у нас крабы. Да. Сейчас поедем детей кормить. Сегодня у нас крабовый обед будет, да? Да. Или они сами ломаются? Нет, надо специально что-то разламывать. Ну, видишь, что-то сломал. Не в курсе дела. Мы никогда их не покупали. Воду берем такой. Да, вода неплохая. 9,99. Конечно, лучше французской, то и нет ничего, но 9,99 это нормально, недорого и неплохая водичка. Да, у нас же сумочка стоит. Не влезет она. Нет, здесь они добавляют корм, сироп, там всякую гадость. А я беру там, где на оливковом масле, все надо такое. Надо написать, чтобы тут гадость всякая. Да, но лучше всего самим готовить. Не то, что никогда. Я их никогда не готовила еще. Надо научиться. Но лучше, чем в органике, нигде нет. Нравится мне, что в этом месте. Давай найдем бульон. Бульон? Ты имеешь в виду куриный? Консервированный. Ой, куриный, консервированный бульон. Там уже, конечно, с всякой химией будет тебе. Органик. Да, да. Все, все тоже, мил. Манука Хани. Мед Манука. 31,99 за вот эту баночку манюсеньку. 500 грамм. Мы взяли за сколько? $55 за галлон, да? Апельсиновый. Тимофей. У Тимофея взяли мед. Собран. Он отвозил пчелы во Флориду, да? Там пчелы стояли в апельсиновом саду. Это мед просто невероятно вкусный. $55 галлон. Мы довольны. Но надо, может, еще один галлончик взять у него на зиму. Можно, если еще остался. Я видела на Украине, знаешь, почем литр меда? Почем? По-моему, литр, если я не ошибаюсь. Литрами же там продают. 400 гривен. По-моему, ну, там трехлитровые банки продают. Трехлитровые, да? Просто для интереса. Бекон возьмем такой, милый? Так. Бекон 8,99. Это такое в салатике добавляют. А тут нет бульона? Конечно, он копченый. Не знаю. Что это вообще? Копченый бекон. А, нет. Не надо? Какие ты любишь брать? Это на суп неплохо. Я еще беру говяжьи, но их сегодня нет. Или вообще их нет. А, нет, вот они. Вот такие можно взять. На борщ, на суп уже готовые. Ну, готовые говяжьи, что по-моему. Сейчас узнаем точно. Не, это свинина. Нет. Это свинина, а я, по-моему, брала говяжий раньше. А, дешево, нет? Свинина. Ну, это как бы на салатик показывается такое. 8,99. А что, в суп не кидают? Можно, да. Можно в суп такое. Но мы свинину очень редко едим. Хочешь, возьмем одну баночку. Ну, я попробую. Давай. Один раз можно, да? Ну все, по-моему, мяса мы уже набрали много. Флексид. Флекс это, милый, флексид. Тебе как раз надо. Давай меньше. Да не, одинаково. 7,39 за 4 LB. Добавляешь во все блюда. Тут еще несколько рецептов есть. А, еще во все блюда? Да, просто посыпаешь салаты, все. Вот, добавляешь, это хорошо. Это льняные семя. Перемолотые льняные семя. Давай, берем. Тем более за такую пачку 7,39 это очень дешево. Все. А? Сашу выкинем. Ну, его надо есть, ну, это полезно. Бы, если была меньше пачка, попробовал бы просто. Хочешь в этом? Заедем, купим в Walmart тоже один LB за $8 так само. Только будет один LB. А здесь нет. 4 LB. Возьмем здесь? Здесь. Ну выгодно же. Берем здесь. Дикая тюна. Тюна? Да. Возьмем? Тюна. Да. Держи. 15,99. В общем, это дикий тунец. Вот. Так, друзья, как всегда, по традиции говорю, сколько же мы потратили денег, но в этот раз мы тратили не свои деньги. Это давали деньги на детей. $390
13 центов, но еды мы потратили на 332,68. Остальное у нас, я вам объясню, что это такое. $56.56 мы заплатили за полотенце. И, как вы помните, на полотенце была скидка, так что там хорошая скидочка. Вот эти деньги, фудстемпы, давали детям. Это одноразовая помощь. В конце года, по-моему, нам дали после школы, так как дети не ходили долгое время в школу. И государство решило, ну не знаю, только штат Вашингтон или еще где-то, но в нашем штате Вашингтон, государство решило, что дети питались дома, а не в школе. Вы же помните, они были онлайн-скул. Школа была онлайн до какого-то времени, ну почти целый год. Там дети последних, по-моему, 3 месяца ходили только в школу. Сейчас я точно не помню. И вот поэтому дали на каждого ребенка по $900. Если я не ошибаюсь, потому что я уже их трачу потихоньку. Но вот это получается покупка наша, вот это сегодняшняя, $300 с чем-то, это как раз вышло продукты бесплатно. А туалетную бумагу, да, тоже мы платили сами, и полотенце. Все, муж, загружаемся, да? А, у меня же ключи, да. Так что, да, сегодня просто замечательная покупка, замечательное мясо. Быстро все ложим в машину, у нас жарко. И в машине прохладненько, кондиционер. Сейчас включим. Все, загружаем, закидываемся. У нас все с походов, видите. Мы все время с детками ездили все лето. Сейчас только вот у нас дым. Кстати, дым. Пожары лесные. Уже второй это день, милый, или третий дым у нас? Второй, по-моему, день, да, вот все такое в дыму. Дышать тяжело, еще и жарко, в общем, ничего хорошего. И сейчас пожары везде, да, Турция, Якутия, везде пожары. 2021 год, прекрасный год. Друзья, всем здоровья, всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, у нас очень много плейлистов, заходите. В общем, я монтирую, стараюсь, друзья. По 3 часа эти видео. Заходите, смотрите. Приглашаем вас на наш канал. Всем отличного настроения. Всем пока-пока.